В День Победы по всей области к памятникам и вечным огням легли цветы. Конечно, обошлось без привлечения широкой общественности. Все эти и прочие памятные мероприятия были проведены со всеми антикоронавирусными мерами и по инициативе тех, кто пришел 9 мая почтить память погибших освободителей. Они вспоминали не COVID-19, а чуму. Коричневую. Именно с ней всегда сравнивался фашизм. Кстати, накануне 9 мая в Амценске на постамент мемориального комплекса, что на выезде из города, сотрудники МУП «Мценск Тепло» установили боевую машину реактивной артиллерии. «Катюшу» покрасили и отремонтировали на заводе специальной техники. Одновременно на этом мемориале славы представители муниципальной власти, волонтеры Победы, члены поискового движения России и Мценского клуба «Батальон» высадили сад памяти. Напомним, в рамках акции с таким названием по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем Великую Отечественную.